Помогайте. Если вы хотите покрашенные стены, вы покупаете краску и красите их. Если вы хотите покрашенную туалетную комнату, покупаете краску и красите сами. В детский сад родители ходят словно на вторую работу. Отдал ребенка, покрась стены, плинтус. Карина водит сюда трехлетнюю дочь Николетту. По совместительству заканчивала ремонт в учреждении. По словам заведующей, никто никого не заставлял. Проявили желание, они приходили, помогали нам мыть, убирать. Если хотите, чтобы ремонт закончился, приходите, красьте сами. Покупайте краску, красьте сами. Это было сказано. Я лично красила в туалетной комнате шкаф. Спасибо вам всем огромное, что вы оказали нам помощь. И спасибо родителям в 125-м детсаду можно говорить за многое. По словам матерей, закупается в детсад многое от бытовой химии до туалетной бумаги. Пожалуйста, купите туалетную бумагу. У нас она закончилась. Большая пачка туалетной бумаги, там, 1-2 раза в 12 рулонов. По закону в муниципальном учреждении детей должны всем обеспечивать. В реальности все ложится на плечи пап и мам. Для разъяснений мы обратились в комитет по делам образования. Ну, родители имеют право и помогать детскому саду, это добровольное действие. Покупать туалетную бумагу. Они будут вытирать руками. Почему? В детском саду она имеется? Бумага выдается. То есть, получается, мы сегодняшнего дня можем ее не приобретать? Ни хлорку, ни моющие, ни для посуды, конечно, вообще ничего. Эти вещи необходимы в детском саду имеются. Ремонт в детсаду, кстати, даже с помощью родителей сильно затянулся. На протяжении 2 месяцев здесь нет горячей воды, а поэтому дети умываются в ледяной. Проблема здесь давняя. В середине лета начали установку нового теплообменника, но к сентябрю не успели. До 20 сентября у нас срок, все абсолютно восстановится. Мы это понимаем, то есть все эти работы в завершении. В комитете по делам образования отметили, что ситуацию держат на строгом контроле. И потерпеть детям осталось недолго. Исполняющая обязанности детсада пообещала провести в ближайшее время собрание с родителями и все объяснить. По словам мам, таких встреч не было больше года. Ольга Кокшарова, Дмитрий Бачко, Андрей Грищук, 31 канал.